Три самых распространенных мифа о Южной Корее. Все корейцы низкие. Нет, это не так. Сейчас в Корее очень много людей выше среднего роста. Корейская морковка – это корейское блюдо. Нет, это не так. Корейцы даже не едят это блюдо. Корейцы едят собак. Нет, раньше, конечно же, люди более старшего поколения имели такое пристрастие. Но сейчас уже нет. Если ты увидишь эту кошку, то срочно беги от нее. Эта кошка очень опасна. Сейчас я вам покажу эту кошку. А перед началом поставь видео лайк, подпишись и отправляй другу. Такого он точно не видел. Сейчас я вам покажу через 3, 2, 1. Почему не стоит застилать постель с утра? Родители наверняка тебе говорили, почему ты не заправляешь сразу постель после пробуждения. Но этого не нужно делать, и я сейчас расскажу почему. Практически во всех подушках, матрасах и плюшевых игрушках водится полевой клещ. И когда ты сразу заправляешь кровать после пробуждения, таким образом как бы запираешь его и не даешь ему погибнуть. Что будет, если молчать целый месяц? Первую неделю тебе будет очень тяжело ни с кем не разговаривать. Ты все время будешь хотеть с кем-то о чем-то поговорить. Во вторую неделю вы начнете привыкать к тишине и сами уже не будете хотеть с кем-то разговаривать. На третью неделю ваш мозг привыкнет, что вы ни с кем не разговариваете, но вам будет казаться, что вы потихоньку сходите с ума. К концу четвертой недели вам будет сложно говорить слова. Ваш словарный запас очень сильно уменьшится и будет как у ребенка.